Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим работу подавителя, который называется Терминатор 250-1264. Это мультичастотный подавитель, на корпусе которого располагаются 12 антенн. Каждая антенна соответствует наведению помехи в определенном диапазоне. Причем в этом диапазоне может находиться не один стандарт подавления связи, а несколько, от одного до трех. Перечислять все вот эти стандарты связи, которые он подавляет, достаточно долго, поэтому мы приведем их в таблице, которую можно посмотреть по ссылке внизу в описании продукта. И также здесь, в этом видео, можно посмотреть. Рассмотрим на простейшем примере. У меня есть телефон мобильный. Естественно, все диапазоны частот, на которых работает этот мобильный телефон, подавляет вот этот подавитель. И мы сейчас давайте убедимся в том, что у нас присутствует связь. Я позвоню в службу поддержки. Да, вот нам ответил служба поддержки Билайн. И давайте сейчас активируем подавитель. Через некоторое время попробуем еще раз дозвониться. В данный момент подавляются диапазоны сотовой связи 800 МГц, 900, 1800. 3G тоже подавляется, 4G интернет подавляется. Поэтому давайте попробуем сделать звонок. Индикация у меня уже пропала, индикация на телефоне. Ну, индикации доверять не стоит, мы попросту сделаем звонок. Пытаюсь дозвониться. Еще немножко подождем. Нет, дозвониться не получилось, он попросту скинул нам связь, потому что в данный момент сотовая связь подавлена. Давайте теперь рассмотрим, каким образом активируется подавитель с помощью пульта дистанционного управления. Переводим переключатель из положения Local в положение Remote, удаленный контроль. И включаем кнопку ON. После включения кнопки ON подавитель не включается. Необходимо теперь нажимать на пульте кнопку ON. Видите, подавитель активировался. Также можно нажать кнопку OFF, и он, естественно, выключится. Чтобы обратно вернуть включение подавителя с кнопки на корпусе, необходимо перевести тумблер в положение Local.